Елизавета Боярская и Максим Матвеев накануне побывали на Сибур-арене, куда с гастролями приехал большой московский цирк. Братья Запашные привезли в северную столицу свою новогоднюю программу под названием «Небылица». Шоу посетило сразу несколько звездных гостей, в том числе дочка Михаила Боярского со своей семьей. Боярская, недавно родившая второго сына, избегала камер репортеров, но впечатлениями от представлений поделилась. «Спасибо большое за приглашение на «Небылицу». Дети в восторге, родители в счастье. Приезжайте к нам еще», — обратилась актриса к братьям Запашным. Появление Боярской в цирке стало первым выходом артистки в свет после родов. На шоу Елизавета привела своего старшего сына, Андрея, а младший ребенок артистки остался дома под присмотром заботливых бабушки и дедушки. Незадолго до этого она показала своим фанатам, что уже полностью восстановилась после второй беременности. На новогодних каникулах Боярская опубликовала семейное фото, где она позировала со своими родными. К слову, появление Елизаветы на сказочном шоу сопровождалось критикой в соцсетях. Микроблог артистки атаковали зоозащитники, призвавшие Боярскую в будущем бойкотировать представление из-за якобы жесткого обращения с животными в цирках. «Многие страны отказались от участия животных в цирке, при всем уважении, сколько наши звезды и публичные люди будут поддерживать этот цирковой ад? Зверюшек жалко, а вам весело?» — критикуют Боярскую защитники дикой природы.